Ребят, всем привет, вы на канале Путь к миллиону, с вами Саюб, и в этом выпуске вы не увидите того контента, который постоянно у меня был на канале, потому что я хочу просто с вами поговорить, включить камеру и без особого монтажа хочу душевно поговорить о YouTube. Да, этот выпуск будет посвящен той площадке, на которую вы меня смотрите, это YouTube, и хочу подвести определенный итог и, соответственно, дальше после этого видео двигаться уже совсем по-другому. Начнем с того, что я начал снимать 4 года назад, вообще просто попробовать, потом на 2 года забросил и 2 года назад начал с какой-то периодичностью снимать для вас ролики. И я вчера лежал, думал и понял, что если бы не YouTube, у меня бы не было всего того, что есть сейчас, у меня бы не было самого ценного, что для меня очень важно, не было бы команды, не было бы такого бизнеса, как сейчас. Это результаты, которых я не ждал, но тем не менее они появились в ходе того, чем я занимался, просто в кайф. Мне нравится снимать видео, мне нравится делиться опытом, мне нравится показывать то, как я и мои ребята закрываем определенные свои цели. Мне нравится этим делиться и получать обратную связь от вас. И именно поэтому я хотел в первую очередь поблагодарить всех вас за то, что смотрите, подписываетесь, за то, что поддерживаете в комментариях своей подпиской, лайками и так далее, потому что это помогает продвижению канала. Этот выпуск будет таким душевным, мы просто с вами пообщаемся, и сегодня воскресенье. И одна из причин, почему я решил такое видео записать, это то, что я в своем телеграм-канале, кстати, ссылка в описании, запустил очередной челлендж, в котором обещал, в первую очередь, самому себе, чтобы не слиться, и публично это заявил, что я буду выкладывать как минимум по одному ролику в неделю полноценному, и каждый день буду выкладывать по одному шортсу у себя на канале. Что и в целом делаю, сегодня, скорее всего, да, последний день, когда мне нужно выполнить, так скажем, свои обязательства перед своей аудиторией, и это видео уже последнее в этом месяце. Вот. И что мне это дало? Это мне дало дисциплину, которой не хватает, кстати, у меня. Если я не запускаю определенные челленджи, у меня есть привычка там лениться, там не снимать, что-то еще. А когда я ставлю, когда есть цена слова, когда на кону там деньги, репутация и так далее, то у тебя как-никак есть мотивация снимать, делиться и думать, о чем снять, что рассказать, чтобы было интересно. Вот, я хочу сказать то, что дальше уже выпуски будут качественнее, потому что до этого я к YouTube относился несерьезно и снимали на тяп-ляп, то есть особо не заморачивались, снимали чисто для того, чтобы просто отснять. И с этого момента я вчера подумал, я хочу заняться этим профессионально. Я понимаю, что YouTube это огромная возможность, огромные возможности появились благодаря именно этой площадке, где вы смотрите. Именно благодаря вам я обрел тех людей, которые со мной двигаются в команде. И сейчас я понял, что 21 век, в 21 веке не важен капитал, именно денежный, а важна составляющая, очень большую роль играет медиа составляющая, если ты медийно прокачан, если у тебя нормальная репутация, если ты где-то не зашпарился, то это дает огромные возможности. Вот, возможности не только в плане того, что там мы привлекаем партнеров, учеников, нет, возможности бывают абсолютно разные, и когда у тебя есть определенный YouTube-канал, люди могут, даже вот я думаю, что через несколько лет, там, не знаю, через 10 лет мне самому будет интересно посмотреть, с чего я начинал, что я делал, какие трудности у меня были, какие цели я закрывал, какие люди у меня были в команде, каких людей уже нет в команде. Мне вот интересно будет, это определенная, я думаю, что это определенная современная книга, которую ты можешь открыть в любой момент, посмотреть и переместиться в то время, когда ты снимал. Поэтому к этому я буду относиться профессиональнее. Я думаю, буду снимать в формате интервью. Мне интересно вот этот формат. Я знаю канал Макарена, где чувак вот ставит на свою тачку камеры. Очень качественно это делает, поэтому я купил, кстати, вот эти штативы, вот эти держатели. Вчера я заморочился, и я хочу что-то подобное делать, приглашать интересных гостей,
кататься с ними по Москве и рассказывать вам интересные истории, которые срезонируют, и, возможно, именно благодаря этим историям у вас появится какая-то уверенность, и вы начнете заниматься своим любимым делом, или даже попробуете, если там не решались что-то пробовать, попробуйте, и благодаря тем людям, которые будут рассказывать истории, у вас, возможно, что-то получится. Я буду очень рад, если это как-то повлияет на вашу жизнь. Вот, в целом, что хотел я рассказать, я рассказал, не хочу затягивать, просто хочу подбить определенный итог. У нас сейчас на канале 7300 подписчиков. Мне реально будет интересно смотреть это видео через там несколько лет, когда у меня будет там больше 100 тысяч подписчиков. Мне будет интересно, потому что я сейчас, у меня нет определенного опыта, есть какие-то затыки в голове, которые не позволяют, наверное, полностью раскрыться там, полноценно и без всяких запинаний говорить на камеру. Но вначале я вообще был замкнутый конкретно, потому что я такой человек не очень особо открытый. И сейчас, я думаю, по сравнению с тем, что было, там определенный прогресс имеется. Но это видео в первую очередь я хочу сделать для себя, подвести определенный итог и поблагодарить вас всех, что вы смотрите, наблюдаете, следите и даете обратную связь. Все, я думаю, не буду затягивать. Теперь вы можете конкретно подписаться на этот канал и ждать очень качественный, крутой контент, который мы будем делать уже профессионально для вас, чтобы было интересно смотреть, чтобы была динамика, чтобы реально... Ну, я понял, что динамики у нас не хватает. Мы просто сидим, что-то рассказываем, да, возможно, что-то полезное, но прям не хватает профессионализма. Мы иногда записываем на телефон, на диктофон, но тупо из-за того, что у меня там где-то дома валяются наушники. Ну, я к этому относился несерьезно. Я хочу сейчас конкретно, еще раз повторяю, повысить качество наших выпусков для того, чтобы наших зрителей больше было и для того, чтобы вам было интересно. Все, ребят, огромное вам спасибо еще раз. Подписывайтесь на канал. Очень много полезного у нас есть в телеграм-канале. Все ссылки будут в описании. Едем дальше. От души.